Всем привет! Вы на моем канале Вернит вязание. И сегодня хочу вам рассказать, как связать игрушку мышонка спицами из 4 видов пряжи. Для тела основная пряжа идет белая. Я использую нить Анна и тонкую нитку махера. Можно использовать пухнорки. Можно использовать просто махер, но более толстая ниточка бывает такой. Либо можно просто использовать вот нить Анна без махера. Тогда будет просто не пушистый мышонок. Далее для шапочки, шарфика и одежды нам потребуется 3 вида пряжи, то есть 3 цвета. Пряжу можно использовать любую, но пряжа должна быть тонкая. То есть это 50 граммов 175 или 200 метров. Также нам понадобятся спицы чулочные, тонкие, также 2 мм можно использовать, либо еще, если есть тоньше, 1,5 мм, это будет еще лучше, будет вязка более плотная. Если вы хотите связать игрушку побольше размером, то можно взять спицы большего размера и чуть потолще пряжу. Также нам понадобится наполнитель любой, и для глаз нам понадобится бисер темного цвета. Теперь приступим к вязанию. Сначала мы свяжем голову мышонку. Для этого берем белую пряжу. И на спицы чулочные нужно набрать 6 петель и распределить их по 3 спицам по 2 петли. Ну, такой небольшой вот конец оставить. И набираем. Можно сразу распределить. То есть я вот так сделаю 2 петли. Потом подставляю еще. Раз, два. Эти можно уже вытащить. И на третью набрать еще 2. Также подставляем. Раз, два. Здесь завязываем узел обязательно. И теперь нам нужно будет связать один ряд лицевыми по кругу. Раз, два, переснимем. Раз, два. Начало непростое, потому что мы начинаем с носика. Немножко тяжеловато будет, потому что мало петелек. Но мы никуда не спешим, потихонечку мы сейчас вот это провяжем. То есть вот мы провязали ряд лицевыми. Теперь мы будем делать прибавки. Провяжем сейчас 2 петли лицевыми. Раз, два. И делаем прибавку. Вот таким образом. Делаем такую петельку и накидываем на спицу. Одну прибавку сделали. И провязали еще 2 петли лицевыми. Раз, два. И после 2 петель сделали еще одну прибавку. Далее переходим на третью спицу. И провязываем 2 лицевые. Раз, два. Это мы провязали второй ряд уже с прибавками. Далее вяжем следующий ряд. Провязываем 2 лицевые. Там, где мы делали прибавку, и эту петлю провязываем лицевой. И после нее делаем снова прибавку. Переходим на другую спицу. Провязываем 2 лицевые. И делаем прибавку снова.
там, где была прибавка, ее провязываем лицевой. Переходим на третью спицу и провязываем 2 лицевые. Это мы провязали третий ряд. Продолжаем вязать дальше следующий ряд. Снова провязываем лицевыми. 2. Третья петля. Доходим до прибавки, ее провязываем лицевой. И после нее снова делаем прибавку. Далее провязываем 2 лицевые. Раз. 2. И делаем прибавку. Там, где была прибавка, провязываем лицевой. Далее лицевые. То есть смысл в том, что мы между двумя лицевыми справа и слева делаем прибавки. Вяжем до тех пор, пока у нас на спицах не будет общее количество 22 петли. То есть нужно сделать по 8 прибавок с каждой стороны. То есть всего 16 прибавленных петель. Я закончила делать прибавки. Вот такой носик у нас получается. На спицах 22 петли. Далее будем вязать лицевые ряды по кругу без прибавок, вывязывая постепенно голову. Нужно провязать 15 рядов. Итак, вот я провязала 15 рядов лицевыми. Далее в следующий ряд будем делать сокращение, провязывая по 2 вместе за заднюю стенку. Провязали 2 вместе, следующие 2 вместе провязываем лицевой за заднюю стенку. Вот так вот. И продолжаем так до конца ряда провязывать. Итак, вот я довязала до конца ряда. На спицах осталось 11 петель. Дальше мы отрезаем нитку. Ну, не сильно коротко, такой конечек оставляем. Ну, примерно столько. И далее просовываем эту нитку через каждую петлю. То есть вот так вот вытягиваем и вот эту петлю мы снимаем. Далее делаем со следующим точно так же. То есть как бы переснимаем петли на нитку, чтобы в дальнейшем потом затянуть нам голову. То есть вот одну мы уже убираем. Переходим на другую и также переснимаем. Так и так. И с последней, с третьей. Все, вот мы пересняли. Сейчас мы это не затягиваем. У нас здесь вот такое отверстие. Через него голову нужно будет наполнить наполнителем. После того, как вы забьете голову наполнителем, у нас вот эта вот ниточка остается. Мы ее теперь затягиваем. То есть все петли соединяем. И делаем узел. Вот такая у нас получилась голова мышонка. Мы ее пока отложим в сторону и продолжим делать другие детали. Теперь приступим к вывязыванию туловища. Берем белую пряжу и набираем на спицы 30 петель и распределяем по 3 спицам по 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Подставляем еще и набираем также 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. И последние еще 10 петель набираем на третью спицу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Набрали. Теперь здесь сделаем узел. Завяжем. Соединим вязание в круг. И провяжем первый ряд лицевыми. Просто провязываем лицевыми. И так до конца ряда. Вот я закончила вывязывать ряд лицевыми. Далее продолжаем также вывязывать лицевые ряды. Белой нитью нужно провязать еще 9 рядов. Вот я довязала оставшиеся 9 рядов лицевыми белой ниткой. Дальше нитку обрезала и привязала уже серую. Так как мы будем дальше вывязывать полосатую кофточку из трех оттенков. Сначала идет серый, потом бежевый и потом будет розовый. Вязать кофточку будем также продолжать лицевыми по кругу. И каждого оттенка будет 2 ряда. То есть мы сначала провяжем 2 ряда серым. Просто лицевыми провязываем первый ряд. Так до конца. И еще потом второй ряд. Итак, вот я провязала 2 ряда каждого цвета. При этом ниточки я не обрезала, то есть я каждый цвет привязывала к ниточке и оставляла. Далее возвращаемся снова к серому цвету, провязываем 2 ряда серого и 2 ряда бежевого цвета. Итак, вот я провязала еще 2 ряда серого и бежевого цвета, 2 ряда. Теперь переходим на розовый цвет и первый ряд вяжем также просто лицевыми. А второй ряд уже розового цвета, мы в нем будем делать убавки. Сейчас провязываем пока один ряд розового цвета. Так до конца ряда. Во втором ряду розового цвета будем делать убавки следующим образом. Провязываем 3 лицевые лицевыми, потом 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Снова 3 лицевые провязываем и 2 вместе. И так чередуем до конца ряда. Так, провязываем первые 3 лицевые, 2 вместе за заднюю стенку. Снова 3 лицевые. Раз, два, три. 2 вместе за заднюю стенку. И так до конца ряда. Вот я довязала до конца ряда. Теперь ниточку нужно будет отрезать розовую и бежевые, нам они уже не пригодятся. Сейчас мы их отрежем. И между собой их нужно завязать. Серую пока не обрезаем. Все, обрезали. Длинные концы обрезаем. И снова будем вязать серым цветом. Провяжем первый ряд лицевыми, а во втором ряду будем делать убавки. Итак, я провязала ряд серой пряжи. И во втором ряду будем делать убавки, так же, как и делали в розовом ряду. Первые 3 просто лицевые провязываем. Раз, два, три. И потом 2 вместе за задние стенки. Снова раз, два, три. Переходим на другую спицу. 2 вместе за заднюю стенку. И так до конца ряда. Итак, я довязала ряд до конца. Теперь нужно ниточку обрезать, но оставить подлиннее конец. Ну, примерно столько. Обрезаем.
И теперь эту ниточку нам нужно протянуть через вот эти петли. Петли снимаем при этом. Так, вытягиваем и снимаем. Протягиваем и снимаем. И так проделаем со всеми петельками, оставшимися на спицах, которые у нас. Я пересняла все петли на ниточку. Теперь мы ее утягиваем таким образом и завязываем узел. Ниточку крючком можно убрать вовнутрь. И теперь туловище нам нужно будет набить наполнителем. После того, как мы наполнили туловище наполнителем, нужно взять иголку с ниткой и при помощи нее закрыть низ. Вот мы находим, где у нас начало было. Вставляем иголку с ниткой, на нитке делаем узелочек. И вот так стежками нужно пройти по краю. Вот каждую так петельку. Вот мы дошли до конца. И теперь при помощи нитки вот так вот мы затягиваем. Делаем узелочек. И еще раз, стежками вот так вот его проходим и поплотнее утягиваем. У нас полностью закрылась вот эта вот дырочка. Таким образом делаем узел. Прям туго-туго затягивайте, вот, чтобы у нас не было отверстия. Далее нитку не обрезаем с иголкой. Мы сейчас сразу будем пришивать голову. То есть иголочку вставляем в серединку и выходим с этой стороны. Находим, где у нас задняя часть, выставляем голову так, как нам нужно. В данном случае мне вот так нужно. Чтобы ее зафиксировать, я вставлю сейчас спицу вот таким образом, с одной стороны. И спицу с другой стороны. То есть, чтобы голова у нас была зафиксирована, и мы смогли ее аккуратно пришить, вот, чтобы ровно смотрела. И теперь при помощи этой же нитки с иголкой мы захватываем часть головы и часть туловища. И так по кругу пришиваем. Вот мы зафиксировали голову на туловище. Передние лапки будем вязать так же, как и кофточку, полосатыми. Сначала серым, потом бежевым, потом розовым. Вязать будем на двух спицах. Набираем 10 петель, по 5 на каждую. Раз, два, три, четыре, пять. Берем вторую спицу. На нее набираем также 5. Раз, два, три, четыре, пять. Соединяем вязание в круг. То есть вот так мы делаем. Здесь обязательно нужно завязать узелок. Ниточка, чтобы не мешалась, я сейчас обрежу ее.
Переходим на первую спицу и провязываем лицевыми первый ряд. Далее переходим на вторую и на вторую провязываем лицевыми. Раз, два, три, четыре, пять. Вот мы провязали первый ряд. И также вяжем второй ряд. Четыре, пять. Переходим на другую спицу. Раз, два, три, четыре, пять. Далее к серой нитке добавляем, привязываем бежевую. И также провязываем 2 ряда бежевых. После бежевого привязываем розовую и также провязываем 2 ряда розовой нитки. Итак, вот я связала еще 2 бежевых ряда и розовый. Бежевый и розовый можно отрезать и провязать еще 2 ряда серой ниткой. Итак, я провязала еще 2 ряда серой ниткой. Нитку серую я уже обрезала, и к ней нужно привязать белую. И еще хотела добавить, когда вы обрезали розовую и бежевую нить, их между собой обязательно нужно там узелком связать, чтобы не разъехался шов у нас. Далее мы вяжем теперь белой ниткой 3 ряда лицевыми. Таким образом провязываем. Сначала на одной спице, переходим на другую. Вот эти вот конечки нужно убрать вот сюда вовнутрь, чтобы не мешали. И так провязываем еще 3 ряда белой пряжи. Я довязала 3 ряда белой нитью. Дальше оставляем небольшой отрезок нити, здесь мы ее обрезаем и переснимаем все петли на эту нить. Петли снимаем. С одной спицы и также со второй делаем. Если кому удобно, можно сделать это при помощи крючка, переснять на. Сняла все петельки. Теперь мы здесь также это утягиваем и делаем узелок тугой. И затягиваем. Вторая лапка вяжется точно так же. Задние лапки вяжутся так же, как и передние. Только отличие в том, что мы будем вязать чисто белыми нитками. Также набираем на спицы 10 петель, распределяем по 2 спицы по 5 петель, то есть 1, 2, 3, 4, 5, прикладываем вторую и набираем также 5, 1, 2, 3, 4, 5, делаем здесь узелок. Переходим на первую спицу и провязываем лицевыми. Провязали, переходим на вторую
И также на второй провязываем лицевыми. Вот мы провязали первый ряд. И далее продолжаем так вязать, провязав еще 10 рядов. 10 рядов до конца. И теперь мы обрезаем также нить и переснимаем петли на эту нить. И в конце утягиваем. Так же, как и с передней лапкой. Все пересняли. И также крепко утягиваем. И завязываем узелок. Вот такая лапка получилась. Вторую вяжем точно так же. Все ниточки мы при помощи крючка убираем вовнутрь. Теперь приступаем к вывязыванию ушек. Берем белую пряжу, небольшую вот ниточку отматываем и набираем на спицы 10 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Завязываем здесь узелок. И теперь нам нужно обратными рядами туда-обратно провязать полотно из 6 рядов. Первую кромочную мы снимаем, первый ряд у нас лицевыми мы вяжем. В лицевых рядах лицевыми, в изнаночных изнаночными будем вязать. Последняя кромочная, изнаночная. Поворачиваем вязание и вяжем изнаночные. Первую мы снимаем. Второй ряд изнаночных. И таких рядов нам нужно связать 6. То есть закончить изнаночным шестым рядом. Итак, вот я провязала 6 рядов. Теперь 7 ряд. Мы будем делать сокращение. Первое мы снимаем. Далее провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. Следующие также 2 вместе лицевой за задние стенки. Снова 2 вместе лицевой за задние стенки. И последние 2 вместе лицевой за задние стенки. Кромочные, изнаночные провязываем. Далее обрезаем нить и переснимаем эти петли на эту нитку. Первую так вот снимаем, протягиваем и снимаем. После того, как пересняли все петли, нужно здесь сделать узелок. Вот так вот. Вот такое ушко у нас получилось. Второе вяжется точно так же. Вот этот хвостик при помощи крючка можно спрятать в вязание, либо его просто обрезать. Приступим к вязанию шарфика. Шарфик будет у нас полосатый. Такие же полоски, как у нас вот и на кофточке. Первый будет серый, бежевый, потом розовый. На спицы набрать нужно 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Завязываем узел. И вяжем лицевые ряды лицевыми, изнаночные изнаночными. Вязать будем также по 2 ряда. 2 ряда серого, 2 ряда бежевого, 2 ряда розового. Все то же самое. Первую мы снимаем. Первый у нас идет лицевые.
конце кромочной изнаночной провязывается. Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Снимаем первую и провязываем изнаночными. Дальше привязываем к серой нитке бежевые и продолжаем вязать полосатый шарф. Примерно 20 сантиметров я хочу связать этого шарфика. После того, как закончите вывязывать шарф, последние петли нужно будет закрыть. Провязывая 2 вместе, лицевой за заднюю стенку. Эту петлю переносим на левую спицу. Снова провязываем 2 вместе. Возвращаем. Снова провязываем 2 вместе и возвращаем на спицу. 2 вместе, возвращаем и последние 2 вместе. И завязываем узелок. Все, ниточку можно будет обрезать, и шарфик у нас готов. Вот у нас готовы верхние и нижние лапки. При помощи иголки нитки нужно будет пришить нижние лапки вот сюда. Вот таким вот образом, чтобы было. И верхние пришиваем по бокам. Вот так. Так, я пришила лапки. Далее нужно взять бисер темный. И мы сейчас с вами начнем пришивать глазки, носик и потом пришьем ушки. Итак, вот я взяла иголку с черной ниткой. На конце завязываем узелок. Вот сюда сзади мы вставляем иголку и выходим мы спереди вот сюда. Где у нас вот были здесь прибавления, где закончились прибавки, мы вывозим сюда иголку с ниткой. Теперь берем бисер. И его приставляем вот сюда. Выводим иголочку в другую сторону, на другой глаз. И фиксируем. Берем следующий бисер и пришиваем второй глазик. Вот у нас второй глазик встал на место. Выводим иголку обратно. И еще раз проходимся. То есть вставляем в бисер иголочку, чтобы уже наверняка зафиксировать нам глазки. Итак, глазки мы пришили и выводим иголку обратно вот сюда. Ниткой. Все, здесь можно ее обрезать. Теперь у нашего мышонка есть глазки. Дальше нам надо будет пришить с вами ушки. То есть берем наши связанные ушки, вот так их как бы сворачиваем, и вот на эти места мы их пришиваем. Далее при помощи серой нити. Я взяла вот серую нить из пряжи. Мы сделаем брови нашему мышонку и носик. Вот я уже воткнула нить в иголку. Также через голову я выхожу иголкой примерно вот сюда. Ниточку здесь вот оставляю. Вот. И вот такую вот делаю бровку ему. Вот. И также с другой стороны. И смотрим. Все, вот такие бровки у нас получились. Дальше мы иголочку выводим в носик. Вот сюда вниз. И будем просто вышивать ему носик. Сначала вот так полосочку делаем. Вот ровно. Теперь вот сюда.
Как бы треугольничек такой делаем. И теперь вот так вот штрихами мы заполняем ему носик. Вот такой милый носик у нас получился. Ниточку я вывела вот сюда вниз. Можно, кстати, его вот так, если хотите, еще дополнительно просто обернуть, чтобы он более ровный был. И дальше мы иголочку вставляем вот сюда и выводим сбоку. То есть здесь у нас сейчас будет, сделаем ему улыбку. То есть вот так мы вывели. И вот такую улыбочку мы ему сейчас сделаем. Вставляем сюда и вот сюда. Теперь фиксируем вот таким стежком его улыбку. Такую полосочку еще делаем. Все. И ниточку, вот у меня иголка выскочила, вставляете вот сюда, через голову выводите, там ее обрезаете. Вот такой вот у нас веселый мышонок получился. Теперь для мышонка нам нужно будет связать шапку с помпоном. Шапку я буду вязать серым цветом. Для этого на спицу нужно набрать 30 петель плюс 1 для замыкания в круг и распределить по 3 спицам по 10 петель. Итак, набираем сначала на одну 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Также набираем на вторую и на третью. Так, вот я набрала нужное количество петель, по 10 на каждой. Спицы плюс 1 для замыкания в круг. Снимем петлю с левой спицы и протягиваем через петлю на правой спице. Вот таким образом и возвращаем ее на левую спицу. То есть у нас остается здесь 30 петель. Теперь мы будем вязать по кругу. Берем четвертую спицу и вяжем по кругу лицевыми. Просто лицевыми провязываем все петли с одной спицы. Потом переходим на вторую, на третью. Итак, нам нужно провязать 6 кругов лицевыми. Вот я провязала 6 рядов. Теперь нам нужно взять мышонка и примерить ему. Посмотрите, чтобы там, где начало, у нас было сзади. Вот, если у вас 6 рядов хватает до ушек, то оставляйте так же. Если у вас расстояние здесь больше или меньше, то есть вы уже корректируете под себя, потому что у меня вот как раз 6 рядов здесь от глаз до ушек. У вас может быть свое расстояние, поэтому можно чуть меньше связать, либо чуть больше связать. Дальше нам нужно петли вот эти распределить, сколько пойдет на отверстие под ушки и сколько пойдет между вот ушками. Я уже определилась, у меня будет 3 петельки, это под отверстие с двух сторон, и посередине 4 петли мы будем провязывать. Итак, вяжем следующий ряд. На первой спице мы провязываем полностью лицевыми. Переходим на вторую спицу, и на этой спице, как я уже говорила, 3 петли мы делаем отверстие под ушки. Я провязываю 2 вместе лицевой и еще раз провязываю 2 вместе лицевой. Закрыли 2 петли и третью закрываем. Еще раз провязываем 2 вместе лицевой. Все, вот мы эти петельки закрыли. Здесь у нас будет отверстие под ушки. С этой стороны также мы будем закрывать. Это у нас уже первый считается. 4 посерединке. У нас должно 4 петли быть посерединке. 1, 2, 3 и 4.
центре опять снова вяжем 2 вместе лицевой. Закрываем снова 2 вместе лицевой. Снова 2 вместе лицевой. И с другой спицы переносим. Сейчас вот так вот. И также провязываем 2 вместе лицевой. Все. У нас готово отверстие под ушки. Дальше провязываем, берем другую спицу. И на этой спице провязываем все петли лицевые до конца ряда. Так, довязал ряд до конца. Следующий ряд первой спицы вяжем все лицевые. Провязываем. Провязали. Теперь мы дошли до отверстия. И на эту спицу нам нужно теперь набрать снова эти 3 петли. Вот такую петельку делаем и затягиваем. Раз, два. И также третью сделаем. Три. Вот. Мы их восстановили. Дальше провязываем 4 лицевые. Раз, два, три, четыре. И на это же, и где вот это отверстие, также набираем 3 петли. Раз, два, три. Все, набрали. То есть мы восстановили эти 3 петли. На третьей спице снова вяжем лицевые до конца ряда. Следующий ряд. Первый спицы снова провязываем лицевыми и доходим до второй. Первую я провязала, переходим на вторую. И там, где мы набирали вот эти петли, нужно провязать лицевыми. То есть мы полностью петли с этой спицы провязываем лицевыми снова. Тут также провязываем их лицевыми. Все, третью спицу провязываем лицевыми. Далее примеряем шапочку. Сзади вот я уже смотрю, у меня практически закрылась голова, то есть в принципе мне уже достаточно вязать ее. Можно уже приступать к убавлению и закрытию шапки. Вы смотрите по своей голове, насколько у вас еще там есть расстояние и сколько еще вам нужно рядов провязать дополнительно. Это уже ориентируйтесь по своей игрушке. Я снимаю шапочку и буду делать убавки. Убавки буду делать я через одну петлю, то есть одну я провязываю лицевую, а далее следующий провязываю 2 вместе лицевой. Снова 1 лицевая, 2 вместе лицевой. И так чередую. Лицевая, 2 вместе, лицевая. И так до конца ряда. Следующий ряд убавок мы провязываем по 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Две вместе лицевой, раз, потом следующие 2 вместе, следующие 2 вместе. И так до конца ряда. Далее отрезаем нить и оставшиеся петли мы переснимаем на эту нить и снимаем со спиц. То есть вот мы вытаскиваем опять ее и снимаем. Итак, после того, как все петли будут сняты на нить, ее мы затягиваем и делаем узел.
все. Ниточку мы обрезаем не коротко. И с помощью крючка ее потом уберем вовнутрь. Там ее уже покороче обрежем. Вот такая шапочка вышла. Теперь нам нужно ее примерить нашему мышонку, чтобы она была все как раз ему. Все, вот она ему как раз налезла. Вот такая должна получиться. И последнее, что нам осталось сделать, это помпончик к нашей шапке. Итак, для помпона я взяла бежевую и розовую пряжу. Сейчас покажу, как я буду делать помпон. Если у вас специально есть устройство для помпонов, можно ей воспользоваться. Но я обычным способом наматываю на пальцы сразу две нити. Вот таким образом. Если хотите, чтобы более такой плотный был помпон, нужно побольше ниточек наматывать. Потому что если будет мало ниток, он может такой, ну, рыхлый быть. Так, я думаю, что я достаточно мотала. Отрезаю я вот так вот нить. И теперь при помощи крючка я вот так вот ее цепляю. Оборачиваю. Снова цепляю. Снимаю уже с пальчиков. И затягиваю. Оборачиваю. Снова при помощи крючка. Так, я ее цепляю и фиксирую. Все, затянули его плотно. Теперь можем вот так вот его обрезать. Эти ниточки все мы обрезаем. Потом вот так вот распределяем, смотрим, где внутри у нас не обрезано. И дальше продолжаем обрезать наш помпончик, делая более ровный шарик. Вот такой помпон вышел. И теперь нам его нужно пришить к шапке. Я пришила помпончик к шапке. Шапочку уже надела на мышонка. И осталось добавить последний аксессуар. Это шарфик, который мы с вами вязали. И просто ему повязываем на шею. Вот такой замечательный мышонок у нас получился. Вот сюда сзади можно присоединить ниточку. И его можно спокойно повесить в машину, либо на рюкзак в виде брелка, либо просто посадить на полочку для красоты.